Всем привет! Пошла сейчас в банкомат снимать деньги и решила зайти в фикс прайс. Особо так мне ничего не нужно было, да даже не особо, вообще можно сказать, ничего не нужно было. Ну, думаю, зайду, посмотрю, что новенького появилось. Ну, решила, что я пошла за соком. Вот, в общем, сок я, конечно, купила. Сады Придонья, как всегда. Меня убивает цена в Магните на этот сок 80 с лишним рублей. Это вообще, конечно. Я вообще хотела смородину взять и вишню. Очень захотелось вишневого, но не было. Взяла яблоко персик, люблю больше всего вот это тут с мякотью. И яблоко и черная смородина. Классные соки, вкусные, дешевые. Вообще, мне кажется, лучше не придумаешь. Ну и давайте буду показывать все остальное, что я купила. Долго думала я насчет блинной сковородки. Я знала, что в фикс-прайсе появились. И последний раз, когда пекла блины, уже смотрю, моя такая уже покореженная, уже и блины неровные получаются, со вздутиями с какими-то. Ну, в общем, решила, что пора менять сковородку. Знаю, что в Окее, по-моему, у нас, вроде мне говорили, что по 150 рублей были, но, скорее всего, я уже последние дни не стала заезжать, думаю, уже масленица кончилась, наверное, уже и акции этой нету. Ну, решила взять в фикс-прайсе. Не знаю, конечно, очень я сомневаюсь насчет качества, потому что брала вот эту гриль-сковородку, там пару раз что-то на ней пожарила, и картошку я там пыталась на ней пожарить тоже. В общем, все прилипло, стала отдирать, все отдиралось вместе с вот этим покрытием. Ну, одноразовая, в общем, получилась сковородка. Не знаю, как это будет. Вот. Кстати, завод сейчас Демидовский. Я думала, Китай. Блиница, диаметр 200, 22 сантиметра, в общем. Ну, посмотрим. Кто уже брал такую сковородку, девчонки, напишите, нормальная она или нет. Или тоже одноразовая получилась. Так, дальше взяла я... Ой, чуть глаз себе не выколола. Вот такую вот опору для растений. 38 на 24. В прошлый раз были пластиковые. Просто зеленые. Хотела, тоже думала, думала взять, не взять, не стала брать. В этот раз не нашла пластиковые. Может быть, и были где-то закопаны. Взяла вот такую вот. У меня герань сильно разрослась. Быстро. Как-то неожиданно для меня. В общем, нужна ей подпора. Ну, не знаю, мне кажется, это все равно она какая-то огромная. Ну, в общем, других не было. Взяла. Наверное, она 51 рубль стоила. Я тут баллы списывала, поэтому точно сказать не могу. Может быть, и 55. Думала, мне все попротыкает в сумке. Куда бы ее примонстрячить? Для цветов, так для цветов. Так, дальше. К моему удивлению, нам привезли алмазные мозаики, которые до этого были, но как-то почему-то наш именно магазин все вот эти вот рукодельные штучки обходят стороной. Я даже удивилась. И вышивки были, и мозаики. В общем, я взяла двух видов. Взяла розы и ландыши. Домики там еще что-то у меня уже есть. Единственное, виноград я не стала брать. Нравится, конечно, я ни в какие рамки их не вставляю. Они у меня так лежат. Думаю, может быть, потом какой-нибудь альбомчик, что ли, завести. То рамочек не напасешься на них. Ну, может быть, и если подходящие попадутся где-нибудь. В принципе, можно. Нравится мне таким видом творчества заниматься. Ну, просто, знаете, вечером даже так посидеть. Вот включил YouTube и сиди. Сделал, когда уже все дела, сиди, выкладывай мозаику. Такое развлечение. Так, дальше. Наконец-то нам привезли, думала, так и не будет, вот эти вот наборы отрывных листов для записей. Вот один единственный я откопала, я даже не помню, такой я хотела или не такой по обзорам, когда смотрела. Ну, в общем, никаких не было, а вообще нам привезли все блокноты. И позитивные вот эти новые с русалками, и выпуклые, и с пайетками. Новые блокноты, и всякие там водяные эти с блестками. Ну, в общем, все-все-все. Я так уже себя приучила, можно сказать, чтобы не накупать их.
приду, в общем, постою, полистаю, полюбуюсь, назад на полочку положу и все. Так как цена 199 рублей, а по сути я ими и не пользуюсь уже. И так начала потихоньку раздаривать, потому что складывать-то особо их тоже некуда. Ну вот этот вот набор, я думаю, я им буду пользоваться. Здесь начало, где конец, что-то непонятно. Так, ага, вот же он. Вот же он какой. Вот, особенно мне понравились вот эти вот разлиновка по дням недели. Можно приклеить на календарь и на неделю написать дела, если какие-то там куда-то запланировать съездить. Вот, такие вот тоже здесь стикеры красивые. А, эти нет, это просто листочки. Вот эти вот на липучках маленькие закладочки. Надеюсь, будет нормально держаться, потому что фикс-прайсовские вот эти липучки, это, конечно, то еще Г попадается. Сколько я их накупила, сейчас все на работу утащила, и то они даже и не клеятся. И здесь такой конвертик, я же не буду открывать. Довольно жалко, конечно, 200 рублей тоже отдавать за какие-то бумажки, но они в простых магазинах недешево стоят стикеры, поэтому это грязь, что ли, копилки какие-то. Ну, этим, по крайней мере, я точно знаю, что я буду пользоваться. Классный набор, люблю розы, поэтому на это... Не зря потрачены деньги. Так, дальше взяла повторно вот такой вот мицеллярный аквагель для умывания в подарок. Свои-то я все раздербанила уже. Не стала хранить в упаковках. Приятно очень пахнет. Ну, я их еще не пробовала ни один. Пока стоят в запасах. Так, также повторила вот такой вот контейнер. У меня лопнул недавно. Мой любимый, не знаю, почему-то он мне самый удобный. По объему и так салат люблю брать тоже на работу, особенно какой-то такой объемный капусты там какой-нибудь настрогаешь, вот и возьмешь. Так, также взяла воду маленькую в сумочку, всегда с собой таскаю. Хотела закупиться малиновым чаем, что-то я вот прям подсела вообще на него конкретно, не могу прям без него жить. Ну и, конечно, как назло, его не было. В прошлый раз я не стала брать. Тут уже дома весь выпила, с работы обратно забрала. Был вот такой вот слаймом. Слаймом я еще не пробовала. Ну, кстати говоря, вот не все вот эти чаи вкусные. Вот, по крайней мере, мне малиновый больше всего вот нравится. Банан с клубникой. Ну, тоже так. Ничего, можно иногда для разнообразия. А вот зеленый, который брала в пирамидках, яблочный штрудель там или что-то такое, вообще такая гадость, отнесла на работу, поставила на стол, на общак, да. Обычно там, если кто-то оставит чай, то все, его уже больше вы не увидите никогда. Но этот чай уже, смотрю, стоит вторую неделю. Ну, сама иногда пью тоже. Как-то не особо никому, видать, не понравился, что даже на халяву никто не стал пить, вот. Ну, с ароматом лайма посмотрим. Вкусный, невкусный. Может быть, тоже понравится, буду покупать. Они дешевые, по-моему, по 25. 50, что ли. Да, ну, у меня тут баллы списаны. Так, потом какую-то фигню взяла. Даже не знаю, что это такое, жвачка, что ли. Видела тоже в этом. В новинках, в обзоре взяла. Люблю со вкусом колы. И взяла бычки, обжаренные в томатном соусе. Вот первый раз брала, как-то они горчили, муж сказал. Второй раз взяла, вот в прошлом, по-моему, в прошлых покупках или в позапрошлых. Муж сказал, очень вкусные, говорит, что ты так мало берешь. Вот в этот раз взяла две банки, потому что они дешево стоят, там по 27,50 что ли. Иногда на перекус или просто с картошкой. Да хоть с чем. Так, прикуску вкусную. Именно такой вот вкус жареной рыбы в томатном соусе. Понравились, в общем, нам. Ну, чек покажу. Тут, может, не все будет понятно, потому что у меня было 150 баллов. Я решила мозаики, ну, списать их. Мозаики по 77, соки, по-моему, по 55, опора, наверное, 51. Так, средства для умывания 99, чай Липтон. Я думаю, 25 или 27.
органайзер для записной книжки 166 рублей вышел, кстати. Ну, нормально. Нет, за 166 нормально. Кстати говоря, вот органайзеры тоже. Вообще очень много было новинок. Ой, сейчас досмотрим, ладно, расскажем. Так, бычки вышли по 22. Блиница тоже, кстати, по 166. И водичка, по-моему, рублей 10 стоит. Какой-то чупа-чупс, не знаю, рублей 12, наверное, или 13. По поводу новинок. Вот вообще прям удивительно. Было все, что душе угодно. И органайзеры те новые акриловые большие привезли. Ну, я не стала его брать, потому что мне ни к чему. У меня уже этих органайзеров целая коробка лежит, невостребованных так. Поэтому я решила их больше не покупать. Ну, если уж что-то уж прям шибко понравится, ну, пока не надо. Тем более 200 рублей. Если бы по 99 рублей, можно было бы и про запас взять. А по 200 сейчас не закупишься. Вот, и 784 рубля вышло со списанием. А так, по-моему, она мне 900 с чем-то сказала. И что еще было? Пилка такая для ног, типа Шоль. Я ее открыла, там посмотрела. Ну, тоже 199 рублей. Сначала хотела купить, но потом посмотрела. Ну, фигня, конечно, полная. Там вот эти вот сами эти фрезы, или как они там называются, наждачки эти. Ну, вообще просто бумажные какие-то. В общем, не стала я брать. Что там еще новенького было? Коврики какие-то новые, классные, большие. Я так поняла, в рулонах были тоже пушистенькие по 199. Ну, много чего интересного. Вот я говорю, и блокноты всякие разные. Прям хорошо так завезли много всего. Вот. Ну, я купила, можно сказать, только нужное. Ну, для души, может быть, мозаики вот эти. А так, в принципе, все. Всем буду пользоваться. Вот такие вот у меня были покупочки. Всем большое спасибо за внимание. До новых встреч. Пока-пока.